Здравствуйте. Сегодня у нас осенняя установка теплицы «Дачная стрелка». И рядом со мной наша клиентка Евгения. Здравствуйте. Здравствуйте. Это у вас уже вторая теплица такой модели на дачном участке, правильно? Да, вторая. А первую теплицу вы сколько сезонов назад установили? 2 года. Первые 2. Вас устраивает такая форма теплицы и модель? Да, мне понравилось, удобно. Что вы выращиваете в теплице в первую? В помидоры. В основном помидоры. Ну, немножко перцев там у меня было в этом году. А так в той помидоры, в этой будут огурцы. То есть вы приобрели вторую теплицу, чтобы разделить посадки? Да, да. А зимой как она у вас служит? Вы чистите снег с теплицы? Вообще в этом году не приходилось. Он сам съезжал. То есть большие, если были, сугробы, скажем так, на нем, они потом со временем как-то сами оттуда удалялись. Поэтому... Да, а вот садоводам, у которых еще нет теплицы, вы бы рекомендовали такую теплицу на свой дачный участок? Я вообще любую волю рекомендовал, потому что опыт есть уже и с другими моделями, поэтому, да, меня устраивает. И осенью устанавливать вам как-то комфортнее, да? То есть осенняя установка для вас? Ну да, осенняя удобнее, потому что весной много будет других дел уже, подготовка к сезону дачному начнется более активно, поэтому сейчас самое время, я считаю, да. Спасибо вам за интервью. Вам спасибо за теплицу.